Всем привет. Сегодня у нас системный блок. Я его уже ремонтировал. MCMS7514 версия 1. 775 сокет, DDR2 память. Он при запуске игры перезагрузился и больше не включился. Думал, что видеокарте дело. Видеокарту отключил, оперативку отключил. Процессор поменял. Здесь выходит код 9B. Сейчас вот запущу. Так, 9B. Процессор, в принципе, нагревается. Вот. BIOS сбрасывал. Не знаю, что еще остается. Может быть, мост какой-то из этих. Не знаю, что еще может быть. Может быть, BIOS. Будем думать. Монт материнской платы MS-7514. P43 на O3. Снял материнку, так как она так и не спустилась. Решил снять радиаторы, посмотреть, что под ними. Заодно здесь пасту поменять. Здесь вот где транзисторы, под одним из радиаторов пыль была. Может быть, между собой что-нибудь они коротили. Сейчас вот пыль убрал. Термопасту сейчас поменяем еще. Попробуем, если не получится, будем BIOS выпаивать вот этот. И его на программаторе попробуем прошить. Что вариантов немного остается. Еще процессор, я не помню, менял или нет, другой процессор можно подкинуть. Здесь 775 сокет. То, что может быть банальный процессор сгорел. По-моему, я подкидывал другой, сейчас уж не помню. В общем, такой план действий. Ладно, будем пробовать. Здесь на нем маркировка 25X80VSIG. Подходит из программы маркировка 25X80V. Вот на предпоследнюю прошивку BIOS туда залил. Старый сохранил на всякий случай. Сейчас запаяем. Попробуем запустить. Потом будем думать дальше. Thank you.
стояли. Разве этот BIOS на первом контакте точка идет? Ножки, чтобы между собой не пересекались. Сейчас попробуем запустить. Посмотрим, будет ли код. Посткод 96. Вот E0. Уже не 96. Сейчас решил все подключить. Посмотреть. Не бежат. Код бегут, это уже хорошо. Ну что-то они не останавливаются. Наверное, жесткий диск спрашивает. О, 2.0 запустился. Значит, дело было в BIOS'е. Посткод 20. Жесткий диск там пробовал, требовал команду выбрать. Обычная загрузка или восстановление. Вот. Короче, вроде все работает. Все собрал. Почистил там от пыли еще заодно вентилятор на процессоре. В общем, посткод 96, значит, был связан с BIOS'ом. Может, кому-то пригодится. Потому что я толком не находил на этот посткод много разных вариантов, может быть, проблем. Как одним из вариантов оказался BIOS. Хорошо, не какой-нибудь мост. Или еще что-нибудь на плате. Банально BIOS. Так что без программатора его будет проблемно прошить. Но программатор у меня был. Как видим, все запустилось. Будем считать, что ремонт закончен. Так, материнская плата. Название будет BIOS, вот такое у него. На этом все, всем пока.